Почему? Я не хочу читать. Ты почему ты читать, читать не хочешь? Ты не хочешь детей рожать? Да. Ну а надо же. Ты не хочешь рожать? Родить я не хочу, потому что им сказки надо читать. Потому что а еще их надо в операции лежать, а я не хочу. Мне кажется, это потому что ты неграмотная будешь, поэтому ты читать не хочешь. И рожать не будешь. Поэтому. Детей же любить надо, подарки им приносить с работы, а гостинчики. Подарки приносить надо учиться, для того, чтобы хорошую работу иметь. Чтобы деньги зарабатывать на подарки. Я буду доктором. Так там читать знаешь, сколько надо? Ты ни читать, ни писать не можешь. Я тебя буду главным доктором сам. Будешь вообще не будешь? Вылазить. Главным докторам учиться читать не надо. А главным докторам все неграмотно. Садись со мной, вот читай сейчас тесты. Хочешь? Нет. Мама, мало того, я когда вырасту, буду доктором. Так маме 40 лет, она все учится. А ты все читает и читает. Доктором. Смешная. Давай, садись, здесь надо быстро прочитать, подумать и быстро ответить. Сможешь так? Нет. Садись, будем учиться вместе. Я учусь, а ты учись. Так я тебя на это, она будет главным доктором. Так главный доктор еще больше читает. И писать еще надо. Ты знаешь, сказку, что писать надо? Я тебя буду самым-самым главным доктором. Так это вообще надо академиком. Так ты же хотел нотариусом быть. Я буду нотариусом доктором. А сколько денег у тебя будет? Много? Да. А как ты считать будешь, если ты читать не умеешь? Да. Не тебя же обманут. В какую страну мира полететь не будешь знать. Детей куда ты своих повезешь? Не будет у меня детей. Почему? Это что надо в операции держать. Да прям там. Я же без операции тебя родила. Зато ты видишь, какая у нас красивая, умная. Ну, читать научишься. Надо, да? Ушать в операцию надо, чтобы, потому что там, когда детей рожают, это доктор не это делает именно. Ага, а ты доктор будешь неграмотный, вот смешно, как же ты будешь... Как же книжки надо, знаешь, сколько книжек надо перечитать, чтобы доктором стать? У мамы спроси, много-много. А я думаю, у нас сколько книжек в коридоре стояло много? Нет. Волчевский, не помнишь, сколько у нас книжек было? Целый огромный-огромный шкаф. Целая стена. Стена. Папа сделал специальные полки в стене, чтобы у нас там хранились книжки, которые мама читала. А почему не ребенок? Чтоб ребенку читали. Начала, когда еще ребенком была. Пока все перечитала. Да знаешь, их сколько много. Вот она в книжках прочитала, как тебя родить. Там их, наверное, не знаю, сколько, штук 500, наверное. Если не больше. Как за тобой ухаживать читала. А ты что, детей не хочешь? Не хочу. Может быть, будет два у тебя ребеночка или три? Может, один? Доченьку хочешь себе? Будешь заставлять ее читать. Кокошники ей будешь покупать. Слушай, она неграмотная. Как она будет рожать, читать? Она же неграмотная. А прежде чем идти в роддом, надо заявление написать. Да. Согласие, вернее. О том, что ты не против. Ладно, успокойся. Будут у тебя детки, научишься ты читать и писать. Мы тебя научим. Не хочу. Почему? Потому что это сложно. Да ничего не сложно. Научишься и будешь читать себе, как вроде бы всю жизнь умела. Просто когда идешь по улице, нужно читать все вывески. Все-все, что написано, ясно? Угу. Знакомые буквы везде искать, и тогда быстро научишься. Да, но начнем завтра, давай. Нет, я не умею читать английские буквы. Мы английские не будем, мы русские для начала. Английские мы потом выучим, хорошо? Угу. А с завтрашнего дня прям русские начнем, да? Угу. Вот прям с утра, да? Нет. Почему нет? Покушаем. И начнем читать. И будем потихонечку учиться читать. Мама. А. Сначала же еще зарядку надо сделать. Хорошо, сделаешь зарядку. А я все время забываю. Я тебе напомню утром. Хорошо? У тебя же смартфона нет. Мультики смотреть нельзя, бабушка запретила. Времени вагон целый. Нет. Будем читать, мама, будем зарядки делать. Давай. Бабушка мне запретила только на завтра. Нет, пока не научишься читать. Нет, я так не хочу. Ты опять психуешь. Не надо психовать. Особенно на ночь.
Кир, я знаю, что ты хочешь по-другому. Я тоже хочу по-другому, но мне приходится тоже учиться. С этим ничего сделать нельзя. Вон, мама уже взрослая какая, все равно учится и учится. Видишь, какая умная. Да? И читать сказки умеет детям. А ты, тебя надо научить, чтобы ты потом своим детям читала сказки. Я не хочу детей. Почему? Но это ты сейчас не хочешь, а вчера ты хотела. Маленьких-маленьких таких. Нет. Будешь за ними ухаживать, пеленать, как куколок, а? Чего это нет? Потому что я не умею пеленать. Научишься. Да тебя научат. Меня же научили. Я умею только по-другому. Я тебя научу пеленать кукол. Гладить-то ты кому будешь? Утюг тебе купили, доску купили. Кому ты будешь гладить? Себе. А детям? Пеленочки? Я. А кошечкам? Кошечкам надо. Кошечек много будет? Да. У меня будет семь... Кошечки это хуже, чем детки. У меня будет 7 кошек. Это слишком много. А что не 40? Они знаешь, сколько жрут? Как кабаны. А я... Все деньги будут уходить на корм. Лучше ребенка роди. Нет, ребенок слишком сложно. Что а ты кошки прям думаешь? Очень просто. Я просто я люблю кошечек. Ну все любят кошечек, но детей же тоже любят. Мы же тебя любим. Да. Мы же кошечку не завели. Завели. Чего не завели? Ну это до того, как Кира появилась. Нет, перед тем мы тоже заводили. Ну да. Мы завели Мурку, потом родили тебя. А я потом на кошках тренировались. Мурку-то мы не забрали с собой, а тебя забрали. А почему мы Мурку не забрали? Потому что ты лучше. У нее не было паспорта. Ты лучше. А почему, когда вы оставили ее там, и не попросили Булку ее сделать-то с паспорта? Она себя плохо вела, поэтому оставили. Тебя-то с собой взяли. Нет, они хорошо ведут себя. Хорошо. Ты будешь слушаться? Она осталась присматривать за Булкой. Я не хочу. Я хочу Мурку. Возьми а себе детей? Галюшу. Ну нет, у них же 3 кошки. Дайте мне Чё Мурку. Что это 3? У них 2. Я хочу Мурку. А доченьку себе не хочешь? Сыночка? Нет. Ладно, говори пока-пока. Пока-пока. Воспитывайте детей. Учите их читать, да? Это полезно в жизни пригодится, да? Нет. Да. Нет. Ну как нет? Ты вот придешь в магазин, там будут лежать, допустим, конфеты. А с чем они, ты не знаешь? А написано ценник, а ты не знаешь, что там написано. А это будет ценник вовсе не на конфеты, а на чеснок. А ты что купишь? Вместо конфет чеснок? А я Или знаю. Помидоры? Я знаю. Что ты знаешь? То, что можно взять помидор, взять конфеты. А будет взять... написано, что это чеснок. С чесночной начинкой конфеты, и ты накупишь их. А не с чесночной начинкой. Фу. А ты же ценник не умеешь прочитать? Нет. И наешься чесночных конфет. Чесночных конфет? Да. Нет, не да. наемся. Ну как не наешься, если на ценнике будет написано «Конфеты – чесночная начинка». А ты не будешь знать, что у них чесночная начинка. И купишь их. Придешь домой, чайку попить захочешь, а там чесночные конфеты. Фу, гадость. А ты купила целый килограмм, вот такой пакет. Или с перцем. И что ты с ними будешь делать? Или с помидорами. Использую для супа. Так они же сверху сладкие, как их в суп положить? Сверху сладкие, а внутри чеснок. Надо учиться читать. Собаке отдам. Собаке такое не едят. Читать надо учиться. Собакам вредно кушать конфеты. И бомжи все съедят. Я хочу другое. Мало ли что ты хочешь. Читать-то ты не умеешь, а купила чесночных конфет.